Привет! Сегодня хочу поиграть в мяч лезвия. Вот я, кстати, привет! Это я. Напомню, что этот аккаунт не мой, а другого человека, родного мне. Ну, не совсем родного, короче, уже поняли. Короче, смотрите, вот там в левом верхнем углу мой ник. Впереди... подчеркивание 998. Вот. Если кому кто-то захочет меня поддержать, пожалуйста, зайдите в Please Donate и киньте мне подарочек любой, любую сумму. Я вот хочу накопить на канал, вот там всего 72 робокса нужно, чтобы на веревку купить. А мы сегодня мяч лезвия сыграем. Подождите, у меня все кнопки как-то заблокировались. А, все, нормально. Ну что ж, я зашел. Сейчас зайдем и будем играть. Боже мой. Я играю на планшете, поэтому, ну, сами понимаете. Я слышу. Опа. А, ой. Ладно. Допустим, сейчас будем играть дальше. Кстати, я, раз уж вам сказал ник, я думаю, что я оставлю его в описании под этим видеороликом. Если хотите, добавьте меня в ДР, потому что у меня там всего лишь один друг, так как я недавно удалял предыдущий аккаунт, на котором были робоксы. Поэтому я и прошу вас... задонатить мне. Если сможете, пришлите мне его в подарки, хорошо? Также можете подписаться на этот канал и лайкнуть этот видос. Ну, мне будет хотя бы приятно, что вы хотя бы посмотрели этот видеоролик. Там противостояние идет сейчас. А нет, три человека еще. Отстреляются, все. Противостояние. Пару секунд и... вот, все. Токсик выиграл. Жаль, что я не токсик, а парень. Просто челик. Классический. Мне классический больше нравится. Я не хочу играть в какие-то две команды и так далее. Буду играть просто так. В твое удовольствие. Так, оп, поехали. Опа. Так, я не знаю. Буду стоять, наверное, на одном месте. Если до нас мячик сегодня вообще долетит. Будем блокать этот мячик. О! Челик. Челик гормознулся. Да как? Подождите. Я же его блокнул. Допустим. Эмот, ФК. Покупка 80 монет. А у меня всего одна. Печально. Думаю, давайте поиграем во что-нибудь другое. Не обязательно же играть в это. Я в этом не разбираюсь, собственно говоря. Так, подождите. Опять зависло. Все зависает. Короче, пишите свои идеи, во что еще можно поиграть. В комментариях под этим видеороликом. Может быть, некоторые идеи лайкну, может быть, некоторые идеи поиграю ваши. Ну, давайте, думаю, в симуляторы канавы зайдем. Кто вообще помнит вообще этот плейс? Кто его вообще помнит? Мне кажется, что, ну, как бы, там нормальное количество людей играет, но никто его уже не снимает. Как бы устарел наш любимый. Наш любимый симулятор падения в канаву. Короче, давайте мы сейчас... не знаю, потроллим игроков тогда. Пойдем сюда. Смотрите, как можно затроллить некоторых игроков. А, лучше пойдемте к канаве. Которая натуральная канава, которая не эта дыра. Вот там дыра.
это не канава. Вот это канава. Сейчас мы будем троллить игроков. Короче, ну, во-первых, если кто-то не знал об этом способе, как переправиться на другую сторону канала, Степа, как обычно, упал. Степа молодец, Степа не рукожоп, конечно же, ни в коем случае, ни в коем случае. Короче, если кто-то еще не в курсе этого способа, берете табличку из инвентаря, она абсолютно бесплатная, ставите ее, чтобы она была вот именно вот так наклонена. Текст можно не писать, в принципе, а я напишу, я же буду троллить игроков. Сейчас напишем, кто простоит. Кто простоит. Ну, в смысле, кто простоит на табличке, там тот получит Робокс и так далее. Тому дам монет. Кто простоит. Боже. Простоит. Таблички. Минуту. Там. Да. Ресы. Окей. Что ж, Степа всех затроллит. Степа самый умный человек на свете. Боже мой. Так, вы не против, если мы сделаем вот так, don't like? Оп. Так, все. Мы сейчас потроллим немножечко людей. Сейчас все будет. А пока давайте постоим где-нибудь в АФК. Я предлагаю... Вот, кстати, о чем я говорю. Смотрите, берешь, поджигаешь себя... Залезаешь на эту табличку, пока ты не потух. И вот сюда перепрыгиваешь. Вот. Нужно обязательно, когда ты приземлишься на эту наклонную поверхность, подпрыгнуть, чтобы ты сразу не упал. Так, сколько у меня монеток вообще? У меня 34 монетки. Здоров, Верничтенко. Нет, не верно. По АФКшам где-нибудь... Как думаете, приколдесное место для съемки видеороликов? О! Ой, сейчас что-нибудь снимем здесь. Можно я пока уберу эту камеру? Хорошо, сейчас я уберу камеру и мы вернемся к вам. Это будет для YouTube Shorts. Ну, конечно, я не буду сильно торопиться. Эмоции и так далее. Сейчас что-нибудь придумаем, замутим. Какие-нибудь надписи замутим. Еще что-нибудь. Так, прогружайся. Вот тупить стал. Не тупи. Че тупишь? А, допустим, у меня нет эмоций. Потом запилим видеоролик. Уже не против? Уже не против, мой хороший. Ладно, пойдем. Там написано попа, а спорим, на этой табличке написано пися. Тут жоп, пош, попа, апа, попа, пип, попа. Биба и боба, два да-да-да-да, додика. Уехал в отпуск, извините за причиненные неудобства. Ну хотя бы в пустоту бы их скинул. Зачем они тебе здесь нужны? Боже, как же зависает. Don't life. Вот такие вот у меня проблемы со съемками видеороликов постоянно. И спорим, сейчас у меня прогрузились эмоции. Нет, не прогрузились. Почему они у меня не прогружаются? Допустим. Ну, мне это особо таки не нужно, собственно говоря. А никто на табличку не хочет вставать. Умные же люди бывают, слушайте. А я думал, вы все тупые. Ну, допустим, сдохну. Сами тут скуша стоять. О, нифига себе. Ух ты, собака.
Не успел я включить ПВП. Ого, мы с тобой подеремся. Включаем ПВПшку. Мне просто скучно. Возьмем тебя. И пойдем дубасить всех лопатой. А, я пролагал. Получай. This house where memories and a picture now. Like the story. А, окей. Иди в баню, иди в баню. Это что? Это как называется? Чего? Как, какие-то баги не пропавшие. Меня кислота не берет, понял? Отдай мой баллончик теперь. Ай, мой баллончик теперь. А я заберу баллончик. Чё, только хочешь, чтобы у тебя... А вот сейчас посоревнуемся. Тоже лучше умеет пользоваться баллончиком. На. Гоя тебе продезинфицирует пятую точку. Ах, ты ж собака мелкая. А если тебе 5 лет? Это собака. Старших нужно уважать, старших нельзя обижать. Мне 11 лет, а тебе нужно сделать... Так, ладно, допустим. Вот, за бедную мешалку, зачет. О, а что, если я к тебе подойду и выключу ПВПшку? Давай, ударь меня, ударь. Ударь, молоточек. Хе-хе. Эх, жалко вас не затроллить больше этим. Игроков-то очень мало. Так, откуда этот противный звук? О! Так, ПВП. Привет. Зачем мне нужна левая кнопка мыши, если я сейчас играю на планшете, телефоне? Вы хотя бы пробуйте понять, когда играют люди на планшетах или на телефонах. Так, мам, привет. Оп. И у одного тебя бывает сковородка. У меня еще и бита есть. А ты мне заднюю точку не будешь дезинфицировать. Я таракан со сковородкой, понял? Это я себя сейчас тараканов потравлю всех. Из ушей, из ноздрей. Давай сюда, иди. Что нарываешься? Давай, давай. Брызгани своим педалищем. Давай, иди сюда. Ну что? Ну иди отсюда. Фигня. Тебя фигней зовут. О, влюбленная парочка. Продезинфицируй мне пятую точку. Только попробуй. Я тебя сейчас на тараканов пущу. Бесконечная ульта Мортиса. Я тебе заднюю точку продезинфицирую. Подожди, ты чуть так? Или я не попал? Ах ты ж собака мелкая. Иди сюда. Да как ты... Стоп. Ура! Я тебя долбанул, наконец-то. Придурок. Оп. Нисколько я просто видос снимаю. Сколько?
Сейчас мы что-нибудь милашное нарисуем ему. А вот так сделаем. Бесконечная ульта Мортиса. Пу-пу-пу-пу. Пу. Вернемся в новой жизни. А это точно было законно? Я не умирал. А, да, экзокэш, потому что выходной. В пятом классе я отстой, я задолбался в этом классе. Дайте мне отдохнуть, пожалуйста, от Васи. У нас в классе нет никаких Васи. Так. Ого, а хотите посмотреть, что же находится в этом люке? Пунк. Погнали. Так. Боусер, ты чего здесь делаешь? Мы тебя обыскались, я-то думала, где ты находишься? Идем, пойдем. Пошли. Я буду на тебя тыкать. Давай вставай уже отсюда. Ну, стой в углу. Я тебе не мешаю, если что, хорошо? Пока. Так. Скучно. А хотите поблевать в свой экран? Хотите, я вам это устрою? Ну, смотрите, держитесь. Если кто-то не хочет блевать в экран, пожалуйста, отвернитесь от экранов, уберите своих детей от экранов, если не хотите, чтобы они тоже блеванули. Вот он наш блеватрон. Слабонервным лучше отказаться от просмотра данного отрывка видеоролика. Приступим. Сейчас все будет. Пока что мы только пердим. Странно. Меня кислота не берет, я же говорил. А нет, берет. Все, сейчас вы блеванете. О, сейчас будет. О, я негр. Я лысый негр. Лысая нега. Ой. Онегин, вставай! Вставай! Доброе утро! Доброе утро! Доброе утро. Проснись и пой, отстой. Пой. Опера. Жертвоприношение.
Короче, мы принесли ее в жертву, и на этом моменте наш видеоролик заканчивается. Всем пока. Пишите комментарии, подписывайтесь на мой канал. А с вами был Степан. Всем пока.